штаб, автосервис, ну, траковский сервис. Очень боюсь их. Мне все время кажется, что они что-нибудь сломают, они сделают. В общем, менять будем одно колесо на прицепе. Я вам покажу это колесо, объясню, что с ним произошло. Ездить уже с ним нельзя, поэтому я заезжаю по пути в Арканзас, вернее, в Техас. Заезжаю, его меняю. Если не видно будет, но видите, как его выжрало. Ну, с ним вот его я покажу. Резину новую поставил чуть больше года назад. Но это колесо вырвало кусок на развороте или где-то на щебенке, не знаю. Вырвало кусок и все, в протяжении года сожрало его. И это, видите? Тоже, в общем, этот, как Якохома, плохая резина. Кусками вырывает ее. Смотрите, ребят, как выжрало. Вот этот кусок вырвало почти год назад. И пошло в разноску. После того, как вырвало, дисбаланс пошел, смотрите. Вот здесь, здесь. А само колесо, посмотрите, как новое. Просто удивительно. Новое колесо. Но из этого куска выжрало все. Видите, уже вот-вот пошло. Рвануть могло в любой момент. Вот так-то вот. Попотос на 400 баксов. А колесо новенькое. Якохома. Год. Вроде 15-й год колеса, если не ошибаюсь. 14-й год. 23-й неделя. Посмотрите, какая туча. Как светло и как здесь. Сейчас вольет конкретно. Там Егор едет, мы с ним все встречаться будем. Говорит, дождь валит, град идет. Так что сейчас посмотрим, что там творится. Вот так что ветрукан, дождяра валит конкретно. Трак перевернулся. Мент останавливает всех, как пропускает дорогу. Ух ты. Посередине хайвея.
загрузку. В общем, здесь порт, всякие терминалы. Так что сейчас будем взвешиваться где-то здесь, что-то делать, чекиниться. Все, я парканулся. Сейчас жду документы, пока пришлют. Смотрите, какая высота прицепа. 3 пальца. С такой высотой. Спереди чуть повыше, потому что у меня седло поднято. А из-за того, что груз слишком маленький, узенький, вернее, короткий и тяжелый, он прогнул прицеп насквозь, ну, в обратную сторону. Поэтому больше, как бы, в таком, такой уз короткий, нельзя больше, чем 30 тонн грузить, иначе он продавит прицеп, сломает. Вот такие дела. Такой низенький доехал. Цеплялся, конечно. Но что сделаешь? И колесо, смотрите. Вот оно, гудьеровское. То, что я заменил. 440 долларов обошлось. Само колесо 300. Я уже не помню, сколько там. Не написали они в ресите. Там 330 плюс некоторые таксы, ну, как бы, налог и плюс замена колеса. В общем, там 438 или, ну, в общем, 440 долларов обошлось поставить колесо. Вот, вот это вот. Такое, они все новые у меня стояли. Вы помните, да, я резину менял, нулячью ставил. И вырвало кусок. И поэтому оно начало выбивать его. Всем рекомендую, ребят, не берите Yokohama, по крайней мере, на прицеп. Очень плохо ходит, смотрите. Ее вырывают кусками. Прям вот сейчас уже она грязная. Когда она чистая вчера была, я смотрел, ходил. Понимаете, она ее прям... кусочками прям выдергивает, вырывает. Откалывают кусочки, лопаются вот эти полоски, прям откалываются. То есть резина не очень хорошая. Ходит, да, она уже год отходила, и еще ходить и ходить и ходить ей. Но два колеса, одно я поменял, и второе там тоже на подходе практически ушатанное. Так-то она вся еще нормальная, можно сказать. Но вот, к сожалению, репается, видите, внутри. Прям, ну, камера не передаст, потому что это GoPro, она не это, не приближает, и качество как бы вблизи не дает. Но вот эти полоски прям откалываются, вот эти вот откусываются, прям кусочки отваливаются. То есть на поворотах немножко зажимают, бац-бац, и отлетают. У меня стояла до этого Michelin здесь, и была старая уже 2007 года. То есть я так понял, что на этом прицепе всего один сет, ну, всего лишь один набор колес отъездили, то есть он... практически все время стоял, он не ездил прицеп. Вот. И, в общем, та Michelin, я походил, поездил с ней там пару месяцев, три месяца. Да, около 3 месяцев я поездил. Вот в мае как раз год ровно будет, как я поменял резину. Я вам скажу, та резина была просто превосходная. Уже лысая, но она ходила идеально. Ничего, даже царапин таких глубоких не оставляла на поворотах там и все такое. Реально хорошая резина. Вот, так что Yokohama я разочаровался, скажу вам так. Ну все, пойдем вовнутрь. Сейчас будем там оформляться. Уже все документации сделаны. Едем на саму разгрузку. Тут где-то вот туда. Сейчас посмотрим.
переезжаю где-то в районе 50 миль и будем заново грузиться, ехать на Арканзас.